Ой, что ж-то творится, Сибальос, удар, гол. Полная неразбериха в обороне Эспаньола. А мяч не будет засчитан, судя по всему. Миллеро Лопес свистит. Закончен второй тур. Красная Хименеса. Или Моли. Таги. Ха-ха! Еще одна красная. Переродился. Ой-ой-ой-ой-ой! Неприятное столкновение. Действительно, это будет желтая карточка. Я бы сказал, что это игровой фол. Достаточно игра. Маркус называть тут не буду. Такая сюрреалистическая картина, красная, зажигается у Володи красный квадр. That was wild from Lucas Ocampos, and it has incensed the visiting bench. Challenge on Olaza, and just look at this now. Well, it was 3-2. У Морено было попадание в перекладь. Ну, прокатить! Ну, и сделал жестко подкат до лота, если бы снова или не фон. Ну, больно, больно Луису Диасу. Вообще, по ногам попала и желтая карта. Кто появится, убирает мяч у Дэвиса. Ну, ладно. Нет, нарушение ставил. Видимо, задел мяч после мяча. Дэвис Хаверс очень недоволен. Лайсман был близко, очень близко от эпизода. Хаверс в отборе прям много. Эдер Милита. Ой-ой-ой-ой, как грубо сейчас сыграно Винисиусом де Соузой против Галса на линии штрафной при подаче. Ох, какой пируэт сейчас мутят Скотт Мактомини. И кого он так красиво отправил на газон? Габриэла Жезуса. Ботхейм рядом, рядом Бонадзоли. Падает, карточка здесь нужна. Вот такая карточка, красная, на Уэну Пересу. Ну, вот если разбираться. Галкин очень, ну, это Хаверс, наверное, в отместку немножко. А, ну это тем более Ромеро. Правда, там, по-моему, был не Ромеро. Нет, там был не Ромеро. А, Хаверс только сейчас же. Тогда ему не дает. Хаверс очень. Ну и еще одна желтая карточка для игрока Хитамбы. На этот раз для Ромбари. Very late on for them. Bali.
Ну, ему надо привыкнуть, он все-таки играл в Италии, и гораздо более физически затратный чемпионат. А здесь Ромеро оказывается на газоне после жесткого столкновения. Let's go. Fantastic.